Электроподстанцию в Пашковском отключат. В течение 2 дней, 18-19 ноября, энергетики планируют проводить срочные работы по ремонту трансформаторов. Поэтому в Пашковском и Комсомольском микрорайонах с 8 утра до 2 часов дня будет отключена электроэнергия в жилых домах и в 10 объектах, которые обслуживает подстанция. В связи с этим некоторые из учреждений будут работать по сокращенному графику. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, ремонт необходимо провести сейчас, пока температура на улице не опустилась ниже 10 градусов. Это позволит зимой стабильно поставлять потребителям электричество.